Здравствуйте, меня зовут Елена Мицых, редактор информационного агентства «Федерал Пресс». В Челябинской области продлен режим самоизоляции, поэтому мы продолжаем работать из дома. На этой неделе я предлагаю поговорить о том, как изменилась блогосфера на Южном Урале, как на это повлиял тот самый режим самоизоляции. С нами на связи инстамаркетолог, СММ-специалист Ольга Емельянова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга, вот идет уже второй месяц, как мы находимся на самоизоляции. Как, на ваш взгляд, изменилась ситуация в блогосфере? Стало ли больше подписчиков или, наоборот, меньше, учитывая, что у людей сейчас появилось гораздо больше времени для того, чтобы смотреть какие-то новости, соцсети? Я бы не измеряла результаты коронавируса, карантинной самоизоляции подписчиками, потому что, ну, факт подписки, он ни о чем не говорит. Я измеряю результаты, так как я работаю в Инстаграме, деньгами, да, и покупками, сделками и так далее. И, конечно же, все, кто успел заранее стартовать, сейчас собирают свои плоды. Взорвался рынок инфопродуктов, много очень онлайн-доставок, да, то есть если мы раньше людей только приучали покупать онлайн, да, теперь жизнь их заставила это сделать, и сейчас даже те, кто не покупал в онлайне, противился этому, хотел померить ботинки перед тем, как их купить, сегодня он вынужден покупать в онлайне, поэтому если до коронавируса я спала 6 часов в сутки, то сейчас я думаю иногда, что может мне вообще не ложиться спать, да, то есть работы очень много, очень много. Здесь не должно быть иллюзии, что вот начался коронавирус, самоизоляция, да, и человек раз завел блог, быстро там набрал подписчиков и быстро монетизировался. Нет, сейчас выстреливают те, кто заранее стартовал, кто уже начинал развиваться, просто сейчас они проявили некую гибкость мышления, переориентировали, перебросили свои силы на онлайн и оттуда получают результаты. А если говорить не с коммерческой, а с обывательской точки зрения, что сейчас больше интересует людей? Устали ли они от темы коронавируса и как удержать интерес аудитории? У хорошего блогера всегда есть контент-план, да, то есть это план работы на месяц вперед. Вот, например, мы с клиентами на 28 дней составляем таблицу. И когда наступил режим самоизоляции, все вот эти события, было бы глупо следовать консервативно этим контент-планам, потому что, ну, например, у стилиста были темы, как подбирать пляжный гардероб, да, и так далее, да. Конечно же, сначала вся моя аудитория, это в основном малый бизнес, мы рыдали, я открывала директ, он был залит слезами, все говорили, что все плохо, потом мы начали думать, что же нужно делать. И нужно было корректировать контент-план. С одной стороны, адаптировать его под информационную повестку, да, но с другой стороны, не спекулировать на теме коронавируса, потому что он уже как кость в горле у всех стоит, вот, и нужно было, ну, как бы чудовищно это ни звучало, нужно было искать выгоды этой ситуации для своего аккаунта, для своего бизнеса. Потому что вот сейчас погода установилась хорошая, чуть ниже активность, да, но когда еще и погода была не очень, люди бесконечное количество времени проводили в социальных сетях. Но и блогеры проводили тоже огромное количество времени, генерировали больше контента, иногда более качественный контент делали. И возникла такая жесткая конкуренция, когда за внимание подписчиков мы уже прям воюем, да, прям конкурируем жестко с другими блогерами. Сегодня человек в Инстаграме подписан в среднем на 200-300 блогеров, да, на 200-300 аккаунтов. И вот чтобы мой контент вы увидели, я должна конкурировать с этими людьми, которые в период карантина сидят дома и тоже делают контент. Ну, то есть как бы гайки закрутились, но те, кто имел смелость, те, кто не упустил момент, сейчас, по-моему, собирают отличные денежные дивиденды. А как, на ваш взгляд, изменилось поведение рекламодателей? Да, а кого вы называете рекламодателями? Это тоже большой вопрос. Я в основном работаю с экспертами, да, их стратегия монетизации какая? Это блогеры, которые продают свою экспертность, да, консультации, курсы, пролонгированное сопровождение, да, они монетизируются за счет того, что продают свои знания. И если человек монетизируется таким образом, то по-хорошему он не размещает рекламу у себя в аккаунте, потому что нельзя сидеть на двух стульях, да?
И вот эти инфоуслуги, они, конечно же, выстрелили. Конечно же, люди замучились от безделья, они пошли учиться на курсы мобильной фотографии, на, не знаю, там, школу английского, рисования, СММ-продвижения, в эзотерические какие-то школы, да. То есть у тех экспертов, которые грамотно смогли адаптировать свои продукты существующие, или, например, у меня есть эксперт, которая планировала запускаться в мае, но мы поняли, что надо запускаться сейчас. И, конечно же, такие люди выстрелили. Но вместе с хорошими экспертами выстрелило огромное количество инфо-цыган, да. Это те люди, которые прочитали 3 книжки, создали свой курс и пошли его продавать. То есть вместе с хорошими экспертами выстрелило огромное количество шарлатанов, не побоюсь прям их так назвать, вот. И у шарлатанов тоже покупаю. Я сейчас учусь в школе онлайн-продюсирования, она называется Empire School, как раз эта школа по запуску вот онлайн-проектов в Instagram в том числе. И называются цифры, что продажи в период самоизоляции выросли на 50-60%. То есть если раньше школа зарабатывала на каком-то курсе 9 миллионов, то сейчас они уже подходят к 16 миллионам. Но еще ведь есть блогеры, которые специализируются на путешествиях, например. Они сейчас оказались заперты в 4 стенах. У них совсем плохо идут дела? Ну, я думаю, что сейчас вот те блогеры, о которых вы спрашиваете, это называется лайв-блогеры, да, которые не продают никакие товары, которые не продают экспертные продукты, да, а просто продают свою жизнь, торгуют своей жизнью, конечно, им потуже, потому что что они нам показывают? Вот я поехала, вот я пошла, вот я купила, вот я приготовила, да, и если, с одной стороны, может быть, им и плевать на карантин, они бы все это делали, но они же понимают, что они лидеры мнения, и они не могут такое поведение демонстрировать, и как-то, ну, более или менее они ограничивают себя в передвижениях и, конечно же, ограничивают себя в темах для контента. Но я еще раз повторю, что, ну, я, во-первых, безмерные оптимисты, в том числе в профессии. Я считаю, что не бывает безвыходных ситуаций. То есть всегда можно придумать, вот прям я бы поспорила с кем-то, закрыли бы меня в комнате, да, на 10 дней, и я бы из этой закрытой комнаты, вот с этими красными стенами, генерировала бы вам бомбический контент. То есть это вопрос лишь, чему нас учит карантин? Гибкости, мышления, перестраиваться, видеть новые возможности, видеть новые темы, новые подачи. То есть, мне кажется, для блогосферы карантин – это такой, знаете, волшебный пендель, когда жизнь нам сказала: все, снимай старое пальто, но не модное, да, ищи какие-то новые решения, новые варианты, новые формы. Кто нашел, тот победил. Кто не нашел, кто впал в панику, в страх, те, ну, проиграли. Просто, честно говоря, карантин у меня, у моих клиентов запустил те проекты, которые существовали в голове, но которые все время откладывали в силу каких-то причин. И сейчас ты понимаешь, что все, мосты к отступлению сожжены, просто бери и делай. То есть в онлайне действительно сейчас много работы. Здесь действительно можно зарабатывать деньги. Вот. Ну вот я сама запустила 2 обучающих интенсива, один только заканчиваю, второй сразу начинаю. То есть работы очень много, и люди консервативные, даже привыкшие покупать в магазинах, да, учиться в офлайн-школах, вдруг становятся прогрессивными, жизнь их заставляет, и вот так вот все происходит. Ольга, мы благодарим вас за этот интересный разговор, за ваше экспертное мнение и напоминаем нашим зрителям, читателям и слушателям, что с нашими материалами можно ознакомиться на сайте Федерал Пресс и в социальных сетях. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. До свидания.